С мира по книге. Завтра в Тюмени вновь откроется книжный обменник. Традиционно в первую субботу июля он будет работать по адресу Малыгина, 51. С 12 утра до 3 часов дня горожане смогут обменять уже прочитанную литературу. У нас есть книжный знак специальный для книжного обменника «Экслибрис», на котором нарисованы книжки, которые передаются из рук в руки. Это своеобразная печать, которую все гости книжного обменника смогут поставить на книжках, которые выберут у нас на развале. Все собранные средства будут переданы в благотворительные фонды. Билет для взрослых стоит 10 рублей, а для детей вход свободный. Ребята, прочитавшие наизусть стихотворение, получат в подарок сладости от книжной феи. Напомню, в этом году обменник отмечает 10-летний юбилей.